Приветики, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Castle Cats. Итак, у нас летние приключения. Летние приключения у нас стартовало практически с середины августа, уже к концу лета. Не забывай пить воду. Лето пришло на просторы катаний вместе с сгоряченным солнцем. А, ну окей. Пожарная Эдна, ну да, мы ее знаем, прибывает в гильдию, чтобы обезопасить нас под палящим солнцем. Но Фрэнсис и Кайл все еще планируют устроить эпическую вечеринку с барбекю. Пройди историю событий, чтобы выяснить, что происходит. А также пригласи в гильдию новых и старых летних героев. Сейчас посмотрим. Доступных на время ивента. Охлади себя благодаря костюмам для пляжной вечеринки, доступных твоему лидеру гильдии. Ну, очень интересный перевод, правда. Немножко корявый. Не совсем понятный. Итак, нам предлагают забрать сегодня... Так, прыга, ну, у меня уже есть прыг, поэтому мы его проигнорируем. Так, соберем награды. А в прошлый раз я наряжалась со страшной такой злючей мордашкой. И ой, у меня здесь и радуга, и костюм мушкетера, и еще у меня крюк на веревке. Вообще кошмар какой-то просто. Солянка сборная, да? Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь по ивенту. Так, материалы событий, естественно, обновились. А у меня с прошлого года остались? А немножко есть у меня с прошлого года материалов событий, даже хватит на крафт одного яйца, отличненько, сразу поставим на крафт яйцо. Премиум герои, новенький Луис, ой, какой симпатяшка, Луис классный. А дальше, одуванчик, смешной одуванчик, Левушка, да, это лев. И можно купить Харбора. Ну, Харбор у меня тоже уже есть, так что покупки сегодня совершать не будем. Но у меня 955 накоплено алмазов. Поэтому я думаю, что всех котиков, которых у меня нет из этого ивента, мы купим. Итак, вещи. У нас интересные такие вещи. Есть... А, слушайте, а может быть мы сегодня вещь наоборот купим, а не будем ставить на крафт яйцо. Все-таки я сегодня успею нафармить, я думаю, где-то примерно... 400 материалов точно за день можно реально сделать. Ой, какой симпатичный крабик. Слушайте, я могу купить вещь и краба, да? Да, наверное, так и сделаем. Ой, какой симпатяшка, вы посмотрите. Очень милый крабик. Так, яйца у нас новое есть. Вот такое яйцо. Давайте посмотрим. Так, это затонувшее яйцо с сокровищами называется. Даже на яйце нарисовано дно океана или моря, и здесь такая монетка с лапкой. Это яйцо сияет, подобно настоящему сокровищу. Героиня в нем, возможно, любит драгоценности даже сильнее Фрэнсиса. Вау, и конкурент Фрэнсиса. Так, а можно его скрафтить с помощью Сандры. Угу. И двух Кейко. Отлично, Сандра у нас где? Вот в этом, да, яйце? В пляжном яйце, насколько я помню, да. А Кейко у нас вот тут, в спасенном яйце. Ну, вроде бы как так, да? Я же права? Ну да, я права. Ну, отлично, или здесь у нас Кейко? Нет, это не Кейко точно. Значит, спасенное яйцо два раза, нужно будет 1600 материалов. И один раз пляжное яйцо, в итоге нам нужно будет всего лишь 2000 материалов. Ну, всего лишь, да. Ну их реально, в принципе, нафармить, если вы постоянно заходите в игру, все время в течение дня телефончик держите у себя, как я это делаю. Мне, конечно, и котенок мой помогает, то есть мы этого делаем постоянно. В принципе, мы уже так, знаете, приноровились, уже на автомате заходим в игру и быстренько-быстренько меняем квесты, героев в квестах, ну и тому подобное. Так, а шубки-то у нас есть новенькие. Так, у нас глазки, я тут вижу красивенькие, кстати, глазки. А шубок, шорсток пока что нет, к сожалению. Есть только одежка с маршмеллой, да, дымящейся, шляпка такая. И у нас есть крабик, ну окей. Так, яйца мы уже посмотрели, ну, давайте-ка на костюмчики глянем. Ух ты, какой классный. Слушайте, обалдеть. Это для, костюмчики для героев, вот этот у меня уже есть, он мне, видимо, выпадал в коробке событий какой-то. Ну, Конан, не знаю. Ну, в принципе, Фрэнсис, это все старые костюмчики, вот этот единственный новенький, по-моему, я его раньше не видела. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим, что мы можем получить в коробке событий. Мы можем получить макробора, да ничего себе, это какого года герой, 17-го года, по-моему, это герой, как только началась игра, она началась, по-моему, с летнего события.
Ну вот, я чуть-чуть припоздала, игра, по-моему, стартовала в июле 17-го, а я начала ее снимать где-то в августе. Чуть-чуть опоздала на летнее событие. Здесь, видите, написано «Премиум Герой 17-го года». И «Премиум Герой 19-го года». Так, а у меня есть все эти герои, Starsky тоже есть. Так, Стив. Стива у меня, по-моему, не помню, есть он у меня или нет. А вот этого котика у меня Санс-то точно нету, или кошечки. И Сандей у меня точно нет. Так, костюмы, костюм героя, можно выбить предметы. Что за предметы? А, кенгурушки, да-да-да. Знаю-знаю такие. Вот такой костюмчик можно выбить. Шляпка-то у меня тоже есть такие костюмчики. В принципе, они меня не особо интересуют. Ну, вот это вот шортики для мальчиков. Такие костюмы разных расцветок. А, такой тоже прикольный, кстати, у меня тоже какой-то есть из них. Ой, ну это мой любимый, вы знаете, он у меня на аватарке стоит. Вот, на оформлении канала и в конце тоже на... так, и в конце, да, тоже у меня такая же кошечка в конце видео. На аутро. Так, а это что? А это у нас меч такой. Ага, глазки разноцветные, ну, алмазы, соответственно, и все остальное. Так, здесь что мы можем выбить на сегодня? Мы можем выбить кенгурушку, или можем выбить вот такой костюмчик, или вот такой. Вот такой я бы получила, конечно же. Давайте обновим бесплатно, посмотрим, что после обновления будет. За просмотр рекламы это сделаем. Так, ну обновление не очень-то удачное получилось. А здесь, к сожалению, только такой костюмчик. Теперь тогда мне без разницы, что выпадет, если честно. Окей, за монетки выбиваем. Класс, класс, класс! Да, материал событий, когда выпадают, это, по-моему, даже больше радости приносит, чем... Так, это у нас что за шарики такие? Их тоже собирать надо? Да, я их собрала. Вы видели, я шарик собрала? Вы, к сожалению, не видите мою мышку. Ну, прикольно. Прикольненько, прикольненько. Так, ну окей, давайте посмотрим, у нас здесь квест еще есть, летние планы, да? Так, это у меня еще с прошлого видео, бедный Скали здесь все еще стоит, или бедная Скали. Ну, я квест проходить не буду на видео, я все еще думаю, что соберусь как-нибудь с силами и сниму все квесты, которые я не снимала, у меня там уже много их накопилось, сразу в нескольких видео, и потом их запущу по субботам или по воскресеньям. Вот как-то так. Так, ну что, я хотела, наверное, приодеть своего лидера гильдии. Давайте. Во-первых, я хотела бы шерстку какую-нибудь подобрать. Ой, ну такая мордашка злючая. Я ее уберу, извините, конечно же. Вот, вот это вот моя любимая. С сердечками. Шерстку, наверное, я свою поставлю, да? Вот это вот. Угу, угу. Ну, теперь Прика больше похожа на себя. А, здесь еще мордашки есть вот такие, в принципе. Можно выкупить, да? Ой, какие они милые, вы посмотрите. Какая красота. Вот этот можно выбить уже разноцветные глазки. Ну, давайте, наверное, я возьму вот такие. Покупаем, да. Ой, какая красивая кошечка сразу получается. Так, крабика возьмем. Розового, естественно, да? Вы, наверное, уже устали от этого розового цвета. Я тоже немножко подустала. Давайте возьмем желтенького, да? А, некоторые части... Подождите-ка, а почему я его не могу купить? Желтенького дают, к сожалению, за выполнение заданий. Не могу я взять желтенького. Мне очень жаль. Ну ладно, берем тогда вот этого бирюзового. Угу. Отлично. И костюмчик, наверное, подберем к крабику. Может быть, синенький вот такой вот симпатичный, да? Шляпка зелененький тоже симпатичный. А я бы зеленый взяла. Давайте зелененький купим, да? Или синенький? Зелененький. Все, зеленый. Решено. Зеленый покупаем. Оружие, к сожалению, у нас не появилось новое. Поэтому мы возьмем что-нибудь из старого. Из старого, видимо, мороженого, да? Ну, это слишком перебор будет у нас. Маршмеллы дымящиеся, еще и мороженое. Слипнется у нас кое-что. Поэтому мы не будем себя соблазнять вот этими всякими вкусняшками. Наверное, пойдем вообще без оружия. Угу. Ой, ну очень красивая кошечка, безумно рада, безумно. Так, а у меня хватит там материалов-то на крафты? Нет, у меня не хватает. Я уже потратила все свои денежки. Слушайте, да, я уже все потратила, оказывается. Даже если я 300 заработала, у меня все равно очень мало не денежки, а материала.
Сейчас прям прямиком побегу зарабатывать. Так, ну все, да, по-моему, мы посмотрели. Коробку с костюмом я могу еще открыть. Угу. Давайте откроем. Так, мордашка. Дубликат. Ну ладно, ничего особенного. В принципе, герои знаменитости у нас продаются. Они все за настоящие деньги. Ой-ой-ой, сколько их много. Тут любого можно купить. Класс. Очень классно, я бы вот этого купила. 2000 стоит. У меня валюта моя местная. Это не рубли. Генриха я бы тоже взяла. Не переживайте, у меня также они стоят котики, если по курсу вашему смотреть. Алису я бы взяла. Слушайте, такие герои классные. Не все, их любого можно купить. За настоящие деньги? Круто. Очень круто. Ну, кажется, все, да? Теперь точно все посмотрели. Артефакты. Ну, я сюда не заглядываю, потому что здесь все за алмазы, за наши очень ценные алмазы. Поэтому, ну, я бы не стала покупать, если честно. Так, а, здесь мы еще можем забрать, да, кое-что? А, 200 еще материалов можем забрать, но мне это не поможет. Мне все равно нужно еще очень много... А, я еще вот... Ох ты, золотой пропуск в доступе. Собери ракушки, кусочки... Я что, могу забрать... А, ивент пас, а я почему-то эти... А это раньше было, да? Я этим не пользовалась. Я тут много всего могу забрать, да? Костюмчик. И в итоге я могу дойти до 250 гемов. А, если я пропуск золотой открою, то я могу еще дополнительные награды получать, да? Угу. Это уже интересненько, это уже интересненько. Давайте попробуем. Была, не была, все, поехали. Тратить так тратить. Так, что я заберу сейчас? Какие-то штучки я забрала. А это что такое? Какие-то штукенцы. Что это такое? Что это значит? А где их найти теперь? А? Где их теперь найти? Где я их забрала? Где они у меня теперь будут отображаться? Ну, я знаю, что я коробку... Что я билетики с коробки костюмов забрала. Давайте их откроем. Дубликат. Мне все красные огоньки дают. Редкие, которые я все время жду, да? Так, оружие, тоже дубликат. Ну, окей. Ладно, с этим я разобралась. А куда мне тратить те билетики, которые я набрала? Итак, с горем пополам я нашла билетик. Вот этот вот билетик со звездочкой розовой. Это билетик коробки события. А вот этот вот билетик синенький, это билетик обновления. То есть 6 раз я могу обновить коробку события. Ну, конечно, давайте сейчас это все потратим. Так, раз обновляем. Нажмите еще раз. А, еще раз для подтверждения покупки. Ну, я... Все, сработало, наконец-таки. Так, теперь мы можем здесь получить вот такой костюмчик. А, вот такие очки, которые у меня тоже есть. Этот костюмчик у меня тоже есть. И вот этот костюмчик у меня вот этого нет, конечно же. Но я еще раз обновлю. Давайте еще раз обновим. Итак, тут у нас выпадает... Ух ты, вот такого костюма у меня нет. И оружие, ну тоже не очень. Еще раз обновляем, будем обновлять до посинения, пока не выпадет что-нибудь интересное. Такого нет у меня, по-моему. И такого тоже нет, но тоже обновляем. Смотрим, может быть все-таки... О, костюм, костюм для Фрэнсиса. Отлично. Такой розовый костюмчик и такие вот глазки. Еще раз обновим. Тратить так тратить. Так, костюм для Кэтнис. Так, ладно, окей, ну ладно, окей, и кенгурушка, у меня, по-моему, такой есть. И последний раз обновляем, была, не была, смотрим уже. Так, здесь у нас что? Опять же, этот костюм, который мне не очень нравится, оружие и кенгурушка. Ну ладно, давайте тратить теперь Event Box. Смотрим, ух ты, еее! Алмазики выпали, второй раз тратим, слушайте, такая интересная вещь. Классно, что ее добавили. Так, еще интереснее стало играть. Так, здесь у нас оружие. 20 мне еще алмазиков дали за то, что это дубликат. Отлично. 70 алмазиков я уже получила. Ну и здесь, конечно же, ничего такого особенного. Ну, прикольненько, прикольненько. Теперь буду пользоваться. Так, что мне тут еще нужно будет сделать-то? Собрать кусочки арбуза. Ну, вот этот крем, ракушки, ну, в любом случае мы дойдем до конца, и в конце я получу 250 алмазиков и еще 50 с обычного. С обычной вот этой вот шкалы. Это 300, и еще 70 я получила. Ну, практически я уже окупила вот этот золотой пропуск.
практически окупила, можно так сказать. Тем более я еще здесь 3 билетика получу, здесь еще 4, еще 7 раз я смогу открыть ивентовые коробки. И 7, еще 4 здесь, даже больше 11 раз я еще смогу открыть ивентовые коробки. 100% там выпадут еще алмазы. Окупаемость 100%. 100% окупаемость. Поэтому обязательно, обязательно выкупайте, если у вас есть сейчас гемы. Не жалейте, не жалейте. Это очень классная вещь, она мне безумно понравилась. Ну что ж, а у нас тут дождик пошел, оказывается, ничего себе, тут даже погода меняется. Ну вообще классно, классное событие, безумно нравится, здесь даже песочный замок, я не помню, был он или нет, там, по-моему, не было, это что-то тоже новенькое. А, единственное, что здесь вот эти вот шарики, которые выпадают, мы их собираем, для чего, я не знаю, может быть это просто так, для удовольствия, чтобы так тыкнуть и все. Ну шарик какой-то собрала, потом со временем разберемся, да, что это и к чему. Надеюсь, вам понравилось это обновление, оно безумно классное, мне очень понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Castle Cats. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.